Разгибание рук с гантелью – это изолирующее упражнение, направленное на развитие трехглавой мышцы плеча или трицепса. Он состоит из трех головок – длинной, латеральной и медиальной. Разгибание с гантелью в большей степени воздействует на длинную головку. Сядьте на скамью. Возьмите гантель двумя руками, так как показано на видео, и поднимите ее над головой. Медленно на вдохе опустите гантель за голову. На выдохе разогните руки и вернитесь в исходное положение. Во время выполнения упражнения старайтесь держать плечи вертикально, не разводя локти в стороны. Опускайте гантель низко и полностью выпрямляйте руки вверху, чтобы трицепсы получали максимальную нагрузку. На вдохе плавно вниз, на выдохе вверх. Данное упражнение вы можете выполнять каждой рукой в отдельности. Это потребует от вас большей концентрации и более изолированно проработает мышцы. Слегка придерживайте локоть свободной рукой, чтобы не допускать его значительное отклонение от вертикали. Не разводите локти в стороны. Выполняйте упражнение по полной амплитуде.